Добро пожаловать на канал Народные Советы. В этом ролике я расскажу вам о том, как лечить кожный зуд с помощью народной медицины. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Кожный зуд – это неприятное ощущение, когда у человека возникает потребность и непроизвольное желание расчесывать кожу. Зуд не сопровождается никакими высыпаниями. Существует два вида зуда. Генерализированный. Этот вид зуда – следствие пищевой непереносимости, реакция организма на те или иные медикаменты. Он также наблюдается при нервно-психических заболеваниях. Например, аллергия на копчености, острое блюдо, определенные антибиотики. Такой зуд часто появляется из-за серьезных заболеваний – сахарного диабета, лейкоза, гепатита. Второй вид – локализированный. Он встречается и на ногах, и на руках, но чаще всего живет в анально-генитальной области. Такой зуд вызывают геморрой, глисты, простатит, кандидоз, молочница, себорея. Вот что рекомендует народная медицина. Палец обмакивают в неразбавленный яблочный уксус и прикладывают к пораженным местам 6 раз на день. Употреблять ежедневно по 1 стакану тыквенных семечек, не жареных. Цветы ромашки аптечной в виде горячего настоя. 1 столовую ложку цветов настаивают в стакане кипятка. Употребляют для примочек. Мякотью свежих плодов, тыквы, обкладывают воспаленные участки тела. Результат всегда бывает хорошим. Если после использования этих средств в течение нескольких дней зуд не проходит, то его причину нужно выяснять у врача. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!